А вот в польском зоопарке завязалась неожиданная дружба детеныша лося и олененка. Оба оказались, что называется, братьями по несчастью. От них отказались матери. Лосенка нашли одного в лесу и привезли в местный зоопарк. Пока сотрудники ломали голову, куда же поселить нового питомца, он сам сделал выбор. Сейчас животные живут в одном вольере, питаются из одной бутылочки и практически неразлучны друг с другом. Не часто встретишь такую необычную дружбу. Лично я впервые такое вижу. Теперь мы думаем, как расширить им вольер, так как прежний для двух животных стал тесноват.